я жил, наша красавица. Кстати, сидит на интересном инструменте. Называется... Он называется... Курвиметр. С помощью этого инструмента можно мерить расстояние на карте с помощью той рулетки, которая предоставлена вашему вниманию. Ну, инерционность этого земноводного настолько замедленная, что я не могу ускорить процесс ее передвижения. Ставлю на паузу. Молчит. Не знаю, почему молчит. Если бы вас несколько дней держали в банке, вы бы не только молчали, вы бы вообще на английском языке начали разговаривать. Ну, время идет. Посмотрим, что будет дальше.